Второй раз в Ульяновске проводится неделя контрактных отношений и закупок. Подобное мероприятие в первый раз прошло в марте и вызвало большой ажиотаж. Оно организовано Министерством цифровой экономики и конкуренции, Счетной палатой при активном участии Федеральной антимонопольной службы. Один из главных вопросов, который обсуждается во время недели, заключается в работе с государственными и муниципальными закупками. Эта тема важна не только для аудиторов счетных палат, но и для всей исполнительной власти. Обсуждение вопросов, с которыми сталкиваются государственные заказчики, муниципальные заказчики, при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, это тематика, которая на сегодняшний день стоит очень остро. Проходящий в Ульяновске семинар носит сугубо практический характер. Он помогает выработать общую стратегию работы счетной палаты. Неудивительно, почему он вызывает интерес у других регионов России. В неделе контрактных отношений и закупок принимают участие представители Москвы и Крыма. Я считаю, что такие крупные мероприятия, посвященные именно анализу проблем, которые сегодня стоят в регионе при осуществлении государственных и муниципальных закупок, очень важны. Во-первых, мы не только подводим итоги проверок, обобщаем тот опыт, который есть у нас в регионе, но и знакомимся с опытом наших коллег из других регионов. График работы очень плотный. Параллельно работают несколько площадок. Госзакупки – не единственный вопрос, который на них обсуждается. Например, вчерашний день был посвящен проведению аудита и контрольных мероприятий в сфере государственного имущества. Кстати, участие Крыма в подобном мероприятии тоже не случайно. Всего 2 года назад закончился переходный период, во время которого республика адаптировалась к российскому законодательству. И теперь им нужно активно набирать опыт. Тем более, что Ульяновская область уже помогала республике. И благодаря именно губернатору Сергею Ивановичу Морозову, ульяновцам, мы, наверное, безболезненно прожили этап подготовки к выборам 2014 года. Мы пережили энергоблокаду именно помощи, именно поддержки, и это было очень весомо. В дальнейшем со Счетной палатой Республики Крым планируется заключить соглашение о взаимодействии. Но произойдет это уже не в Ульяновске, а в Симферополе. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.